Все меняют маски, и у многих нелегко разглядеть под слоем краски, разглядеть под слоем краски настоящее лицо, настоящее лицо. При посредничестве маски, без волнения в крови, вы добьетесь женской ласки, вы добьетесь женской ласки уважения, любви, уважения. Защитой той же маски, без особого труда, вы уйдете от огласки, вы уйдете от огласки, вы уйдете от огласки. Кто в одежде пилигрима осуждаем и гоним, прятал доблестное имя, прятал доблестное имя за грошовый псевдоним, за грошовый псевдоним. Пропустил стаканчик лишку, покуражился слегка, и глядишь тебя, трусишку, и глядишь тебя, трусишку, и глядишь тебя, трусишку, все сошли за смельчака. И свободно, потешаясь над тобой, был порою кем угодно, был порою кем угодно, но всегда самим собой, но всегда самим собой. С Кларой Газуль я познакомился в Гибралтаре в 1813 году. Ей тогда было 14 лет. Да, 14. Дядя ее Хиль Варгас, предводитель андалузских партизан, только что был повешен французами, а донья Клара осталась на попечении своего родственника, инквизитора гранадского трибунала Роке. Брат Рок. Да. Досточтимый инквизитор запретил своей питомице читать все книги, кроме часослова. А в подтверждении запрета велел сжечь всю библиотеку, завещанную племяннице несчастным дядей. Вот отсюда, думается мне, и происходит ненависть Клары к членам монашеского ордена. Да, милая. Среди моего скромного имущества было 3-4 разрозненных тома, я подарил их Кларе. И с этого подарка, который показался весьма ценным, началось наше знакомство. Однажды вечером мы покуривали, сидя возле жаровни, и Клара рассказала нам историю, за достоверность которой я не ручаюсь. Родилась я в королевстве Гранадском. Да, недалеко от мотыля, под апельсиновым деревом, на краю дороги. Мать моя была гадалкой, и я следовала за ней. Ну, или вернее, она меня таскала за собой, пока мне не исполнилось 5 лет. И вот тогда она меня отвела к Хилю Варгасу. Тот принял нас с величайшим радушием. Мать сказала: поклонись дяде. Я поклонилась, она меня поцеловала. И тут же ушла, и больше я ее не видела. Дословно она себе выдумала по своему вкусу. На происхождение от древнего христианского рода не претендует. В жилах моих течет мавританская кровь. Я правнучка мягкосердечного Мавра Газуля, которого знают все по старинным испанским романсам. Ни стрела, ни рапира, ни пуля не смущали лихого Газуля. В нем текла
была мавританская кровь, но не знал простодушный бедняга, что мужчин не спасает отвага там, где их атакует любовь. Как-то мчатся зарезала за рамку, увидел в предместье цыганку, краши нету на целой земле. Черноглазая, словно косуля, сверкнула зрачком на газуля, и газуль покачнулся в седле. Было б глупостью думать, однако, будто этот отважный рубак превратился от робости в нуль. Как-никак при его соучастии вы сегодня имеете счастье познакомиться с Кларой Газу. Да, инквизитор Рокке, опекун Дони Клары, был большим противником серенады. Лишь только кто-нибудь забринчит на своей мандарине, как Рокке, которому всюду мерещились любовники, карабкался к ней в комнату и попрекал ее соблазном, причиняемым ее кокетством, и увещевал ее поступить в монастырь при этом, чтобы она отказалась в его пользу от наследства Хилевара. Да, да, да. Однажды он сумел так тихо пробраться в комнату Клары, что застал ее за писанием наистраснейшей любовной записки. Милая. Милая, милая. Но гнев преподобного отца был страшен и соответствовал тяжести проступка. Питомица была заключена в монастырь. А две недели спустя поступление в монастырь, она сбежала оттуда, перебравшись через стену, и три месяца скрывалась от всех розысков. Да, да, да. Милая. Милая. Вот милая. А когда прошли эти три месяца, то брат Рокко с ужасом узнал, что вверенная его заботам робкая, невинная голубица с колоссальным успехом выступила в Большом театре города Кадисы, исполняя роль Доньи Клары в пьесе «Лицемерка». «Лицемерка», да, да. Милая. Начали! Цветные лосмотья на солнце блестят, кочует по свету бродячий театр. На свете жилось бы скучнее сто крат, когда мне родился бродячий театр. Напрасно иные упрямо твердят, что нынче не будет бродячий театр. От этих унылых и глупых тиран ничуть не стареет бродячий театр. Тирана на троне сменяет тиран, но не умирает бродячий театр. За честность и смелость, за ум и талант, поклон тебе низкий, бродячий театр. За честность и смелость, за ум и талант, поклон тебе низкий, бродячий театр. Почтеннейшие зрители, у нас сегодня есть новинка на показ. Но если мы вперед объявим шумно, что пьеса весела и остроумна, что речи в ней изящны и легки, что роли мы играем мастерски, вы не поверите, мы станем спорить, а это может скоро нас поссорить. Непостижимый ветер управляет общественного вкуса колесом. Одно мы знаем, чем полнее сборы, тем лучше пьют и кушают актеры. Все движется, все превращение ряд. Конечное становится исходным, иной из портрета старого наряд сегодня снова делается модным.
Наконец-то вы одеты. И, как всегда, ангельски прекрасны. Как без мантильи? Одену. Я ее одену перед выходом. А кто автор пьесы? Право, не знаю. Никогда не выдаст. Господа, вы что уселись здесь, как будто собираетесь весь вечер провести у меня в гримерной? Сиятельнейший сеньор, если вы усядетесь в кресле, вы проспите комедию. Уходим, уходим. Милая. Чем больше я думаю о счастье, тем больше хочется рыдать. На сцене по мне бушует страсть, а в жизни что-то не видать. Чем больше я странствую по свету, тем больше на сцене мне подают арест, а в жизни не подают. Чем больше я чту в мужчинах верность, тем больше сила это жизнь. На сцене героев мучит ревность, а в жизни их мучит ревматизм. Чем больше я пробую влюбиться, тем больше отчаяние в груди. На сцене от рыцарей скрыться, а в жизни попробуй их найди. Слава Клары, драматурга, началась именно с этой комедии «Женщина-дьявол». Можете себе представить удивление испанского портера, увидевшего впервые на подмостках монаха в полном их облачении. Вещица эта имела огромный успех. Зрители напоминали школьников, любующихся тем, как порют их наставник. Милая. Да. Трех королей разгневал он, и было решено, что навсегда погибнет Джон ячменное зерно. Все так же буен и упрям, с пригорка в летний зной, грозит он копьями врагам, качая головой. Но трезвая идет и тяжко нагружен, паник под бременем, вот согнулся старый Джон. Настало время помирать, зима недалека. И тут-то нет други, опять вели за старика. Его свалил горбатый нож одним ударом сног, и как бродягу на грабеж везут его на дом. Но власти Джона принялись злодеи поутру, потом под бросовые усть кружили на ветру. Вопиющая несправедливость, сеньор Доминго. Вот уже 17 лет я состою инквизитором в Гранаде. Я отправлял по 20 еретиков на костер ежегодно. И вот как оценил мои заслуги его высокопреосвященство. Поставил надо мной молокососа. Да новый председатель нашего трибунала сущий демон. Ему же вменено в обязанность шпионить за нами. Но самое скверное, то, что этот негодяй искренне верует. Не может быть. Да. Он, говорят, до того дошел, что не способен отличить женщину от мужчины. Он святой. Святой? Святой. Беда. 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 О, горе тем, кого доведется нам сегодня судить. Не обязательно нужно на кого-нибудь сорвать свою злобу. На костер, на костер. И еще раз на костер. Аминь. Сегодня суббота? Суббота. Суббота. А по субботам я имею обыкновение только осуждать. Оправдываю я по понедельникам. Так что, если невиновный приходится на дурной день, то вся ответственность за такую путаницу ложится на... Господа Бога! А-а-а.
Ваше высокопреподобие, нам предстоит сегодня рассмотреть очень важное дело. И вы, я вижу, к этому готовитесь. Да, да, конечно, ваше. Мы будем судить сегодня женщину-колдунью, заключившую, отцы мои, договор с самим дьяволом. Но укрепимся духом. Крест, который мы носим, оградит нас от когтей лукавого, даже если бы он смог проникнуть сквозь священные стены трибунала. Ну, у нас лукавый только потратил бы время даром. О, не говорите так, отцы мои. Вас сделало неуязвимыми для искушения долгая праведная жизнь, а я молод годами и не богат подвигами благочестия. Господи, не введи меня в искушение. Вот единственное, о чем я молюсь ежеминутно. Ведь так легко пасть. Я бы давно уже пал, если бы не заступничество моего всеблагого покровителя, святого Антония. Любопытно. У него совесть нечиста. Угу, угу. Интересно, какому же искушению подверглись вы, ваше высокопреосвященство? Я всегда полагал, что женщина – самая надежная из орудий, коими располагает дьявол. Неужели женщина? Выслушайте же меня, отцы мои. С младенчества я находился в обители, никогда ее не покидал. До недавнего времени единственной знакомой мне женщиной была моя матушка. Мама. Мама. Угу. Если бы мне было угодно, чтобы я не встречался с другими... Я трепещу. Я тоже. Сатана. Однажды поразил меня тяжелой болезнью. Жизнь моя была в опасности. Я молил Бога дать мне умереть невинным. Он не услышал мои мольбы. Я был возвращен к жизни. Врачи для окончательного восстановления моего здоровья посоветовали мне подышать чистым воздухом в нашем загородном домике, принадлежащем нашей обители. Ввиду полного безлюдия я решился выйти за ограду. И вот когда я испытал свои силы и возвращался назад, возле самой ограды взгляд мой падает на существо, которое, судя по одеянию, я принимаю за женщину. Тщетно я пытался бежать. Ноги мои вросли в землю. Я трепетал. И все же, если такое сравнение не кощунство, я испытывал тот блаженный восторг, какой иногда на меня снисходит перед образом Мадонны. Я умер бы во грехе, если бы это существо не сделало шаг ко мне. Я успел крикнуть «Иисусе!» и бросился бежать со всех ног. Пресвятое имя спасло меня. Я ожидал худшего. А я большего. Я бежал. Но в сердце своем я унес ядовитое жало. О, эти голубые глаза. Ласковые, в то же время жестокие. Они всегда передо мной. Я вижу... Вот и сейчас. Вижу? Я ничего не вижу, ваш высокопреосвященство. Вижу. А я не вижу. Ничего не вижу. А я вижу. Исполним, однако, наш долг. И вспомним, что жребий человека проводить жизнь... в лишениях. Секретарь! 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 Введите подсудимую. Почему вы закрыли глаза, ваше высокопреосвященство? Я был бы рад ослепнуть. Сейчас перед нами предстанет женщина. Обвиняемая Мария Вальдес, предстаньте перед священным трибуналом.
женщина. А? Как ваше имя? Меня зовут Мария Вальдес. Чаще Морякита по прозвищу я Сорванец. Вот вам мое имя, фамилия, кличка. Сколько вам лет? Стоит ли женщине задавать такой вопрос, если от нее хотят услышать правду? Нет, я откровенна, мне 23 года. Ну, если сомневаетесь, взгляните на меня. Ну, может, я вам кажу старше. Ты чего хороша? Да чего хороша? Прочь. Прочь от меня, сатана, демон любопытства. Тебе не одолеть меня, прочь. Чем вы занимаетесь? Черт, как вам сказать? Да, чем вы занимаетесь? Пою. Танцую. Ну да, стучу кастаньетами, да, так далее, так далее. И в подобных забавах, самые названия коих мне, хвала Господу, незнакомы, вы проводите жизнь, которая должна быть посвящена слезам покаяния? Подождите, господин лицензиат, а в чем же каяться и о чем плакать тому, кто не сделал ничего дурного? Чего дурного? Спроси свою совесть. А, ну, несколько грешков я за собой знаю. Но в это воскресенье я в них исповедала священнику Мурусийского пехотного полка. Он мне их отпустил. Позвольте мне уйти. Вальдес, подумайте и не лгите. Да я сказала вам всю правду. Надеюсь, мне можно уйти? Ваше Высокопреосвященство, задайте ей наводящий вопрос. Не знаете ли вы женщину по имени Хуана Мендо? Как не знать, мы с ней подруги. А не ссорились ли вы с ней когда-нибудь? А, подождите. На днях она ко мне прицепилась, да, как будто бы я у нее отбила кавалера. Это неправда, сеньора лицензиата. Просто Мануэль Тарири, да, он мне сказал, что мои глаза, ну, голубые, покрасивее, чем ее рыжие. Голубые глаза. Брат Рафаэль, да, будьте добры, ведите допрос вместо меня. Мригита, не проходили ли вы в пятницу 15 августа мимо оливкового питомника Хуана Мендо, кушая на ходу гранат? Да откуда мне это помнить? Отвечайте, да или нет. Ну хорошо, ну пускай да. Так. А не бросали ли вы в питомник зернышки граната, помахивая при этом в воздухе прутиком орехового или иного дерева с двумя концами? А вам бы хотелось, чтобы у прутика был один конец. Один конец у прутика. Не забывайте, кто перед вами. С двумя концами, очищенными от коры. Отвечайте. Господи, откуда мне это помнить? Да. Хорошо, пускай да. Так. А не пили ли вы в то же время нечестивую песню, в которой... В которой часто упоминается некий Джон Ячменное зерно? Да я пела, пела английскую песню. Мне действительно говорится о смерти Джона Ячменное зерно. А кто такой этот Джон Ячменное зерно? Может быть, какой-нибудь дух тьмы? Да ячменное зерно, это и есть ячменное зерно. Да банка из ячменных зерен вальсива, которые пьют одну чай. Да пустите вы меня, я вам ее спою, потому что вы с виду добрый мальчик. Не то что... Его свалил горбатый нож одним ударом с ног. Как бродягу на грабеж везу его на ног. Басти Джона приняли за день поутру, потом подбрасываем, кружили на ветру. Басти Джона приняли злодея поутру, потом подбрасываем, кружили на ветру. Ой, господи. Трудно предположить, чтобы в этом имени не было скрытого смысла. А вы знаете, это позор тому, кто видит в хорошем дурное, как было написано на берете капитана Триггера. Почему же в таком случае наводнение размыло питомник Хуана Мендо? Почему? Не знаю, спросите Гейра, чего он разлился. Я спрашиваю об этом именно вас. Почему вы приказали ему разлиться? Слушайте, вы, может, сегодня не завтракали, а? Или у вас голова не в порядке?
Уж не за колдунью вы меня принимаете? Именно. За колдунью. Да если бы я была колдуньей, я бы уж давно отсюда вылетела в трубу. Она строптива, почтенный собрат. Вот если бы я бы с ней поговорил наедине. Предоставьте это мне, брат Рафаэль. Сеньор Рафаэль, вы забываете, что вам еще готовить доклад. Доклад. Женщина, последний раз я вас спрашиваю, колдунья ли вы? Ой, да я вам в последний раз говорю, что нет. Обе бестолковые, а? Статья 48 гласит, если обвинение опирается на документы, а обвиняемый упорно отрицает свою вину, то предоставляющий таковые для проверки может подвергнуть обвиняемого или обвиняемую пытке. Пытке? Сеньор лицензатор! Пожалейте ее молодость! Сеньор лицензатор! Она невиновна, почтенный собрат! Будьте снисходительны! Так велит устав. Палач Педро Грасиас, войдите. Не надо! Не надо! Пожалейте! Взгляните на меня! Пожалейте меня! Посмотрите! Что с вами, ваше высокопреосвященство? Что? Это ты? Я узнаю тебя! Меня? Так это ты меня в ад повлечешь! Ну, он сошел с ума. Успокойтесь, чадо мое, вас не будут пытать. Не для таких, как вы, мы держим дыбу. Остерегайтесь брата Рафаэля, я сделаю для вас все, что смогу. Остерегайтесь брата Доминго, это старый лицемер. Я принимаю в вас участие, идите, дитя. Мое! Тебе не видать ее, старый сатир. Либо пусть я потеряю свою сутану. Все кончено. Я погиб. Я проклят. Я уже не могу больше молиться. Да и к чему теперь? Я проклят, тем лучше. Но пока я жив, я хочу думать только о тебе, Мария, Маригита. О, если суждено мне быть в аду, а так оно и будет, уж поверьте, то как бы не безумствовали черти, я в худший ад уже не попаду. О, если вы кивнете мне в ответ, а я мечтать об этом не устану, то я при всех сожгу свою сутану и громко заявлю, что Бога нет. Какой-то сорванец в инквизиции. Да я бы расхохоталась. А тут что же, бедного сорванца сожгут? Это свечу ожечься? Это же ужас как больно. А тут все тело в огне. Они хотят меня сжечь. Да меня, добрую католичку. Да я не пошла за капрала Харди, только потому, что он еретик. А уж он ли был не красавец, а? 5 футов 10 дюймов росту. Да, кроме того, если бы я уехала с ним в Англию, капитану Триггер сделал бы его сержантом. Так он обещал, а я была бы маркетанткой. Ах, и дороже я, а? Будь прокляты эти святоши. Все они развратники. А, правда, может быть, эти два... Ну, толстомордые-то, которые меня улещали, не дадут этому долговязому сунуть меня в костер. А?
Слезами ты горе не поможешь. Да здравствует веселье. Дубасти Джона приняли злодеи поутру. Па-бам, потом подбрасывая, высь кружили на ветру. Не пощадив его костей, швырнули их в костер. Неужели я буду гореть? И на этом свете, и на том. Что же это? Уже? Мария! Еще хотите взять? Мария! Я больше не ангел, я больше не инквизитор. Я весь твой, весь. Я просто Антонио. Я хочу быть... Моим палачом. Вы мой палач. Нет, нет. Я не палач, я твой друг, Мария. Станем единой плотью, единой душой. Будем как Адам и Ева. Да подождите, отец мой. Вы что, хотите быть моим любовником? Конечно. Мы будем вечно любить друг друга. И вы меня уведете отсюда? Да, но сперва полюби меня. А, это успеется, главное бежать. Никита, я отрекаюсь от обета. Я хочу быть твоим любовником, твоим мужем. Уже в пустыне. Скроемся. Будем, как отшельники, питаться дикими плодами. О, зачем? Постараемся лучше улепетнуть в Кадис. Кадис? Да, оттуда постоянно уходят сюда, в Англию. В Англию? Да, это хорошая страна. Говорят, там все папы женаты, никакой этой инквизиции нет. А капитану Триер... Умолкни, супруга моя! Вы смей говорить в английских капитанах. Я не могу этого слушать. Уже ревновать. Бежим скорее. Бежим! Сейчас, но сперва... Докажи свою любовь. О, если суждено мне быть в аду, а так оно и будет лишь по вете, то как бы не безумствовали черти, я в лучший ад уже не попаду. Слушай, слышь, ты давай быстрее. Ты уж очень невинный. Что? Я невинный? Я невинный. Да я величайший грешник. Я проклятый. Мария. Марикита, я отрекаюсь от обета, лишь бы смотреть в твои глаза. Ну? Ну вот я и смотрю. Что я вижу? Рафаэль? Ты оскверняешь крест, который на тебе! Брат Рафаэль, я уже не инквизитор, я супруг Марикиты! Венчайте нас! Проклятие падет на твою голову! Венчай! А не то убью! Чего? Берегись, ты невинный! Ты меня перехитрил. Но я прощаю тебе за твою ловкость. А еще за то, что не могу отомстить. Но я приготовлю для тебя там котел. Прощай. А пока остаток дней своих наслаждайся. Доминго. Я его запер, отослал надзирателей. Ты меня опередил. Ты не так глуп, как я думал. Ты не творишь молитвы? Молитвы? Я готов. Я надену его сутану, мы выйдем, нас никто не узнает. За один час я успел стать убийцей, клятвопреступником.
и прелюбодеи. При виде такого трагического конца вы, я думаю, скажете вместе с нами, что женщина... Дьявол. Возможно, некоторые выражения в роли Антонио оскорбили слух дам. Автор просит принять во внимание, что мой герой ничего, кроме Святого Писания, не читал, а в нем все называется своими именами. О, если вы решите стать моей, а долго вы продержитесь едва ли, то я вас увезу в морские дали, где нету бедняков и королей. О, если будет все, как я хочу, а все ли будет так, хотел бы знать я, то я вас вместо нищенского платья одену в бриллианты и парчу. Одену бриллианты и парчу. Бушует кровь его в котле, под обручем бурлит, скипает в кружках на столе и души веселит. Недаром был покойный Джон при жизни молодец, отвагу поднимает он со дна людских сердец. Он гонит вон из головы докучный рой забот, на кружке сердце удовы от радости поет. Да пусть же до конца времен не высыхает, но... В очонке все клокочет Джон ячменное зерно, так пусть же до конца времен не высыхает, но... В очонке все клокочет Джон ячменное зерно. Милая! Но... Милая... Неважно то, что вас нечаянно задели, неважно то, что вы не из задир, а важно то, что есть еще дуэли, на коих держится непрочный этот мир. Неважно то, что вас мутит от глупой позы, неважно то, что вы стреляться не мастак, а важно то, что в мире есть вопросы, решать которые возможно только так. Не важно то, что вы в итоге не убиты. Не важно то, что злость пропала зря. А важно то, что в мире есть обиды, прощать которые обидчику нельзя. Не важно то, что для дуэли нет причины.
Не важно то, что ссора вышла из-за дам, а важно то, что в мире есть мужчины, которым совестно таскаться по судам. А важно то, что в мире есть мужчины, которым совестно таскаться по судам. Ненависть Клары к членам монашеского ордена вызвала злобу святош, начавших объединяться и завопивших о соблазне. Герцогини и маркизы, раздосадованные тем, что завсегдатаи салонов покинули их ради салона доньи Клары, заставили своих мужей подать правительству жалобу. Но и у Клары нашлись могущественные покровители. Запрета комедии не последовало. С тех пор слава ее все росла и росла, и она сочиняла одну комедию за другой. Милая. Милая. Король вас может сделать всесильным богачом, и все на этом свете вам будет нипочем. Но если вы обеты, победа и бездельник, и если вас встречают и горные дома, король вам может выдать любую сумму денег, но вряд ли он сумеет прибавить вам ума. Король вас может сделать врачом или палачом, и все на этом свете вам будет нипочем. Король изыщет способ возвысить вас над веком. Король вам даст возможность сыграть любую роль, но сделать негодяя приличным человеком, вот этого простить не сможет и король. Не сможет и король. Не сможет и король. Который час? Ах, ваше высочество, около 10. Как раз пора одеваться к богослужению. Ты говоришь, погода хорошая. Увы, монсеньор, с моря дует прохладный ветерок, на небе не облачко. И карета заложена. Да, ваше высочество. Заложена та самая великолепная карета, что прибыла из Испании. Да? Да. О, жителям ли мы не доводилось еще видеть такой кареты? Она вызовет восторг. Я поеду в церковь. Истинный Господь, я даже пойду пешком. Лишь бы одолеть парадную лестницу, и самой трудной будет позади. Как ты полагаешь, Мартинес? Народ придет в восторг, увидев вашего сосед. Поеду, черт побери. Аудиторы, ты представляешь? Аудиторы рыжелопнут от зависти. Они же мечтали играть первую роль. Да. А, и потом я не могу туда не ехать. Почему? Ну как же. Епископ в своей проповеди обязательно упомянет о пожалованном мне ордене. Все-таки такие вещи о себе приятно слушать. Ну так, лишь бы преодолеть себя. Бальтазар, давай одеваться. В церковь, монсеньор? Да. Ведь доктор Пинедо запретил вашему высочеству выходить. А, доктор Пинедо ничего не понимает. Я сам знаю, болен я или нет. И запомни, что больше этого слова «подагра» я не слышал у себя во дворце. Оно действует на меня, как красная тряпка на быка. Да. Ну, помогите мне одеться. Только осторожно. Что такое, ваше высочество? Осторожно, черт побери. Простите, позвольте. Я не знаю, что случилось. Ногу словно иголками сводит. Ваше высочество, как бы вас ни продуло, это опасно. Ой, какая боль, ой, какая боль. Это настоящая пытка. Ваше высочество, вы не забывайте совета доктора Пинедо. Он говорит, что свежий воздух вам вреден. Служба тянется долго, вам придется долго стоять на ногах. Вы утомитесь. Да. Да, в том-то и дело, что я боюсь утомиться. Я же здоров, отлично себя чувствую. Да. Я даже могу пройтись. Не надо. Не надо, я тоже так думаю. Зачем же рисковать своим здоровьем? Нет, я уж останусь дома сейчас. Бальтазар, пожалуйста, трюфеля. Что это такое? Так, ну уж если я
остался дома и скучаю. Займусь-ка я государственными делами. Бульдозер, будьте добры, никого ко мне не допускайте. Вы меня понимаете? Никого. Ступайте. Никого. Никого, никого. Ступайте. Так, дел накопилось много. Да, ваше высочество. Жалобы маркиза Альтамирана на попугая сеньоры Камилы Перечелы, а заодно и на самое сеньора Перечелы. Опять эта девка, дерзкая девчонка добедокурила. Принимая во внимание то обстоятельство, что вышеозначенный попугай каждый раз, как маркиза проходит по улице, обзывает ее по подстрекательству ответчицы такими словами, повторить которые не позволяют истицы ее скромности, посему она просит удушить сеньора Перечелы. Что такое? А? Простите, я оговорился. Удушить попугая, а сеньору его хозяйку как следует отчитать и взыскать с нее штраф. Да. А что ж такое говорил попугай? Да это просто милая шутка сеньора Камилы. Вот что произошло, монсеньор. Когда маркиза проходит по улице, да, попугай кричит: «Почем сукно?» А при чем здесь? А маркиза до замужества была дочерью богатого суконщика. О-о-о-о! Вот она и обижается на этот намек. Что вы смеете, Мартинес? Я не вижу здесь ничего смешного. Эта дерзкая девчонка поссорит меня со всеми лимскими дамами. Да, монсеньор, а вот письмо графини де Монтемайер. Она, видите ли, жалуется, что сеньора Перечола пыталась выставить ее в смешном виде на сцене в комедии «Старая кокетка». Сейчас очень сумелее. Но вам же известно, ваше высочество, с каким поистине неподражаемым мастерством эта актриса подмечает и принимает смешные черточки, да, каждого. Да, но она переходит всякие границы. Для нее нет ничего святого. Я всю жизнь интересовался театральным искусством, но я не допущу оскорбительных выходок в адрес дам из таких семей, которые могут повредить мне в Мадриде. Ну вот, прошение у вечного капитана. Ну хорошо, я устал, довольно. У вечного в следующий раз. Но поскольку, дорогой Мартинес, ты заговорил о Перечоле, я хочу, чтобы ты рассказал мне о ней все. Я, монсеньор? Да. Ну, что я могу рассказать о вашем высочеству? Всюду говорят об ее выдающемся таланте. А я тебя не об этом спрашиваю. Я хочу знать, что говорят о нашей связи. Делать из этого тайну сейчас бесполезно. Ты недавно у меня на службе, но, вероятно, тоже догадался. Нет. Черт побери, я тоже мужчина. Если я вице-король, это еще не значит, что я обязан жить монахом. Ваше высочество, у вас слишком много завистников. А у сеньора Перечелы, если говорить откровенно, много завистниц. Солестец. Нет, монсеньор, я говорю только правду. Да? Но в том, что ты сказал, есть доля истины, и, может быть, не такая уж маленькая. Понимаешь, Мартинес, да, перечел по натуре девушка хорошая, да, но она очень ветрена. А она иногда поступает так опрометчиво, что может повредить и себе, и мне. Нет, я не боюсь, что она мне изменяет. Об измене не может быть и речи. Она и не помышляет об этом. Да, но я боюсь, что в городе считают, что она мне изменяет. Мартинес, а ты садись. Почему ты стоишь? Садись. Благодарю. Не заметил ли ты в ее поведении чего-нибудь такое, что могло бы вызвать подозрение? О, монсеньор, ну как вы могли подумать, что сеньора Перечола это... Чтобы ты не стеснялся, я должен тебе сказать, что сеньора Перечола тебя недолюбливает. Да. Она даже просила мне твое место. И знаешь для кого? Нет. Да ни за что не догадаюсь. Для племянника своего башмачника. Ну, правда, этот башмачник шьет ей великолепные туфельки. Ох, Господи, Боже мой. Когда она в розовых шелковых чулочках и в туфельках, расшитых блесками, танцует хедонилию. Ах, Мартинес, как она прелестна. Ах, злодейка. Не понял? Да, прелестно, ваше слушать. Особенно, когда исполняет вот эту песенку. Король вас может сделать военным трубачом, и все на этом свете вам будет нипочем. Но если вы боитесь расстаться с одеялом, и если вас пугает мечей и сабель звон, король вас может сделать известным генералом, но сделать вас героем не в силах даже он. Не в силах даже он? Не в силах даже он.
Ваше, я так вами обласкан, что даже не знаю, смогу ли когда-нибудь ответить вам, вот отблагодарить вас. Ну, сумеешь, нет, нет, отблагодарить и ответить. Нет, нет, там... нет, ваше высочество, все. Нет, ваше высочество. Вот честь, оказана мне откровенностью вашего высочества, повергает меня в полное смущение. Ибо теперь я просто не решаюсь говорить. Нет, это не значит, что я осуждаю сеньора Перечелову, спасибо Бог, нет. Но, может быть, вы, ваше высочество, расцените мои слова как месть. Ежели только позволено будет назвать местью то, что говорится не в осуждении. Ведь вы, конечно, не станете на нее сердиться. В конце концов, это... Что? Ну, это сущие пустяки. Нет, что сущие пустяки? Да ничего серьезного, ваше высочество. Сеньора Перечева... Что такое? Вас... Ну? Любит. Ну, что за шутки такие? Нет сомнений. Ой. Что еще такое? Что с тобой, Мартинус? Вы так добры, ваше высочество. Мартинус, ну как какой? Можно вас не любить? Ну хорошо. Наговорили-то мне это по злобе. А что тебе наговорили? Да ну, не стоит придавать особого значения тому, что мне сказали, ваше высочество. Ведь сказал-то мне это... Старший приказчик торговца шелком с улицы Кальяо. Господи боже мой, ну что он тебе сказал? Ну, этот приказчик по имени Луис Лопес, принадлежащий, между прочим, к очень порядочной семье, так. Сказал мне, когда у нас зашел разговор о шелках, что он как-то отпустил 8 локтей малинового атласа капитана Эрнану Агирре. Ну что? А тот, не торгуясь, заплатил за него по 10 дукатов за локоть. Ого. Да, ну так вот этот Луис Лопес утверждает, будто бы видел на сеньоре Перечолле платье из того самого малинового атласа. Помните, какое платье было у нее в воскресенье вечером? Вот это оно и есть. Но, однако, вполне вероятно, что Луис Лопес ошибся. Тем более, что капитан сказал, я не торгуюсь, потому что беру атлас для своей любовницы. Для Лю. Ага, это же лишнее доказательство того, что приказчик ошибся. Я сразу его оборвал и прямо ему сказал, что я думаю об этих фраках. Ведь если бы я придал им веру, он бы мне еще не то порассказал. А что бы он тебе еще порассказал? Да всякие сплетни, уж не знаю, где он их подбирает. Но... Ну, вот хотя бы, будто бы как-то ночью дозорный сержант задержал на Дворцовой улице мужчину в плаще, накинутом прямо на рубашку. Штаны он, правда, держал в руках. Боже мой. Сперва его приняли за вора, но потом, когда провели в Кардегардию, дежурный лейтенант опознал в воре капитана Агирре. Агирре? Это еще ничего не доказывает. Когда это было? Да он говорил, будто бы в ночь с пятницы на субботу, в ту самую ночь, когда мы с вами так долго прождали. Откровенно говоря, на Дворцовой улице живут дамы, которых никак не назовешь недотрогами. Ну, я знаю, но... Ну, и это все? Увы, монсеньор. Но то, что я собираюсь вам досказать, так несуразно, что я боюсь, как бы вам, ваше высочество, не наскучило слушать. Нет, не беспокойся. Не наскучит, говори. Во время последнего боя быков. По правде говоря, сплетня продумана до мельчайших подробностей, но, по сути, это вопиющая нелепость. Так. Может быть, вы, ваше высочество, изволили обратить во время последнего боя быков на веселого, малого, рослого, складного, легкого, как пантера, отважного, как лев, на некоего чела по имени Рамон. Рамон. Одного из самых искусных клинических матадоров. Да, и что же? В тот самый момент, когда черный с белыми подпаленный бык, самый свирепый из всех, был повержен Рамоном, жемчужное ожерелье сеньора упало на арену. Но Рамон поднял его, надел на шею, а перед тем почтительно прикоснулся к нему губами. Ну, я-то уверен, что ожерелье упало случайно, а сеньора со собственной щедростью оставила его матадору. Правда, он почему-то его не продал. Хотя любой другой матадор на его месте поспешил бы выручить за него деньги и пропить их в кабачке. Но чего только не придумают люди. По их словам, сеньора Перечола свесилась через барьер, сама сорвала с шеи ожерелье, кинула его матадору и закричала «Браво, мой Рамон!» Больше... Вы ничего не слышали? Эх, была бы охота слушать, ваше высочество. Рассказом конца не будет, но я-то не придаю им значения. Господин Мартинес, вы наглец. Что? Монсеньор. Дерзкий, бесстыдный лгун. Монсеньор. Вы бедельник, лентяй и хромающий лгун. Но я... Лгун в том, что вы не постеснялись сказать мне в лицо, нет ни слова правды. Но... Да как вы смеете убеждать меня в том, что мой соперник какой-то матадор, ничтожный чел? Монсеньор, я не говорил. Я знаю, Перечола на приветствую девушку и любит только меня. Да. А вы лгун. Жалко и ничтожный лгун в том, что вы не постеснялись сказать мне в лицо, нет ни крупицы меня. Монсеньор, ну благоволите припомнить. Мне следовало с позором выгнать вас вон. Но я по мягкости характера дам вам место. Я назначаю вас сборщиком налогов в провинцию. Отправляйтесь немедленно. Если к утру вы не покинете Лимы, я отправлю вас в сопровождении 4 драгунов в крепость Кальяо. Откуда вы выберетесь только после моей смерти, которая, к вашему великому огорчению, наступит не так уж скоро. Монсеньор, но благоволите припомнить, я говорил по вашему приказанию. Вы смеете еще рассуждать? Вон отсюда, наглец! Не то я
прихожу выбросить вас в окно. Я хуже пчёл. Вот, сеньор, я говорил сеньорите, что ваше высочество занято, она требует, чтобы я ее впустил. О, очень кстати. Пусть войдет и выступает. Ой. Это просто удивительно. Чтобы попасть к вам, надо взять приступом дверь кабинета. Я надеюсь, что это недоразумение, что ваш дурак-привратник перестарался. Я полагал, что вы в церкви. О, я не знаю, попаду ли я туда. Правда, отчасти это зависит от вас. Нет, прежде всего, как ваша это подагра? Нет у меня никакой подагры. Ах, значит, вы просто не в духе, жаль. А я пришла к вам с просьбой. И рассчитывала, что застану вас в более благодушном настроении. Но в таком случае прощайте, поговорим в другой раз. Не уходите. Побудьте со мной, я болен. Что такое? Я надеюсь, что общество капитана Агирова приятнее, но иногда приходится приносить жертву. Общество капитана Агирова? Да, 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 да. Да я сию секунду с ним рассталась. Сию секунду? Да. Расстались? О, прелестно, сударыня, вы избавляете меня от предисловия. Я могу сразу приступить к делу. А я подозреваю, монсеньор, что вы меня собираетесь угостить маленькой сценой ревности, да? А то уже скоро 2 месяца вы не даете воли вашим ревнивым чувствам. Я боюсь, чтобы эта сцена не затянулась. Если вы ничего не имеете против, я вам сейчас изложу мою просьбу. Вы мою просьбу уважите, а упреки и гнев давайте отложим на завтра. Я вовсе не расположен исполнять ваши просьбы. Вы злоупотребляете моей добротой. Черт возьми, да выслушайте меня наконец. Хорошо говорить. Помолчите, когда с вами говорит женщина. Хорошо, могли бы сами подождать. Ну так вот, сегодня, как вам известно, все лимские дамы пускают пыль в глаза, стараясь затмить друг друга роскошью и великолепием своих нарядов. А в Лиме-то всего 5 карет. Да, я понял. Ну, да, ну 2 ваши кареты, карета епископа, карета аудитора Педро де Инохосы и карета маркиза Альтамирана. Ну, моего злейшего врага. Ну, я понял уже. Ну, да. Такая же древняя, как ее хозяйка. Но что там не говори, это все-таки карета. И сегодня утром, когда я узнала о вашем намерении провести весь день дома, мне в голову пришла мысль, что подарив мне, ну, присланную вам из Мадрида карету. Что? Да, вы могли бы способствовать моему торжеству над соперницей. Это и есть ваша просьба? Да. Карета меня обрадует гораздо больше, чем золотоносная жила или целая индейская провинция. Ничего не скажешь. Скромное желание для того, чтобы поехать в церковь, ей, видите ли, понадобилась карета. Чем она хуже маркиза? Ну, запомните, не могу. О, Господи, я бы не просила у вас такого подарка, если мне не нужно было унизить моих смертных врагов. Подарить карету? Только представить себе, комедиантка в карете. Ой, пардон. Не стесняйтесь. Да. Да. Что вы, сударыня, я не могу понять. Вы кто? Епископ, аудитор или лицециат, чтобы ехать в карете? Ведь я же одновременно и наследница Ирландского престола, и царица Тамерида, и царица и Венера, и пресвятая мученица Девы Юстины. Да, и сумасбродка тоже. Особо не стоит одной старой маркизы. Тьфу, дочери старого торговца с сукном, которое шло на одежду погонщиков мулов. Ну, папочка, ну, Андрюсили, ну, вы пошутили. Вы не сердитесь. Вы подарите мне карету. Ну, подарите мне карету. Перечала. Ну, подари карету. Не подарю. Ну, почему? Прежде всего, это... Перестаньте истерить. Я подожду. Еще. Успокойтесь. Слава Всевышнему. Так. Прежде всего, это ни с чем не сообразная просьба. Затем вы выбрали неподходящий момент. Я недоволен вами. Я в курсе всех ваших похождений, не заблужаюсь на этот счет, как прежде, когда любил вас. Теперь я вас не люблю. Нет. Мне открыли глаза, я знаю вас. И все же мне было бы очень любопытно послушать, что вы скажете в свое оправдание. Чего вы молчите, черт побери? О ком вы задумались? Что вы стремили глаза к небу? Какая красивая карета. С вами и святой потеряет терпение, черно побрал эту карету. Капитан Агирра вас влюблен. Охотно верю. И вы в него тоже. Да-да, вы тоже в него влюблены. Что же вы молчите? Не бойтесь. Скажите, что это неправда, что он не дарил вам малинового атласного платья. Скажите, не бойтесь. Ну, сделайте одолжение. Да жалко, что он мне и мантию не подарил, моя совсем порвалась. Так, его застали в полуголом виде у вас под окном. Он был без штанов. Я знаю, я сам видел.
Что, ради бога, ну, скажите, что это неправда. Вы же такая великолепная комедиантка, вы же должны уметь лгать с таким же невинным видом, с каким другие говорят правду. Спасибо за комплимент. Уж не полагаете ли вы, что я принимаю вашу невозмутимость и спокойствие чистой совести? Это спокойствие отчаяния. Во всем этом меня огорчает только одно упущенная возможность поехать в церковь в карете. Время уходит, а когда вы попросите прощения, уже будет поздно. Так это я попрошу еще у вас прощения, моя красавица. Вы на это рассчитываете. Так вот, я прошу прощения. Я прошу прощения за то, что открыл ваши шашки еще и с другой весьма известной особой. О, а теперь уже двое. Я надеюсь, что тремя-то вы удовлетворитесь. Это никто иной, как доблестный Рамон. Соло по рождению, мотогор по призванию. Ничего не скажешь, Барда. Умеете выбирать любовников. Ну, он знаменит. Имя его гремит по всей линии. Это верно, да. Вот. И он вполне заслужил свою славу, не то что другие, да? Это самый бесстрашный тореадор в Перу, пожалуй, самый красивый и самый сильный. Да, черт побери, иначе и быть не может. Бросая одного любовника, вы приобретаете двух. Вы разменяли дукат на мелкую монету. Ваше высочество, да вы плохо считаете. Что же это по вашему счету? Одного вице-короля... Можно разменять на капитана и матадора. По-моему, одного капитана можно разменять на трех вице-королей. А уж чтобы разменять матадора, потребуется не меньше 6 вице-королей. Не стыдится. Не стесняйтесь. Дерзкая девчонка. Да, не церемонь. Она еще хвастает своя распущенность. А мы не церемонь, не церемонь. Вы знаете, кто вы? Ну, кто? Вы это самое. Ну, из древнего века, из древнего писания. Адам, да? Да, да. То есть какой Адам? Что вы дурака валяете? Вы это самое. Ну, как ее? Ну, Мессалина. Вот кто такая? Вы. Кто такая? Угу. А это вот. Ваше высочество. Ой, берегитесь. А это, наверное, полезно при подарке. Смотрите, злодейка, нет у меня никакой подарок. Я осыпал вас милость. Ради вас я пренебрегал мнением света. Если бы не мое беспредельное бессердечие, я давно засадил бы вас в исправительный дом. В исправительный дом? Да, да, да. Не посмели бы. Ах, не посмел бы? Так, где бумага, где перо, я подпишу приказ. Если перечелу посадят в тюрьму, в Лиме вспыхнет восстание. Вспыхнет восстание! Вспыхнет восстание! Повесьте, обезглавьте всю лимскую знать, графов, маркизов, кавалеров, ни один человек не пикнет, не встанет на их защиту. Повесьте 12 тысяч беззащитных индейцев, сошлите 20 тысяч в рудники, и что вы? Вас встретят рукоплесканиями и провозгласят новым Трояном. Но попробуйте жителям Лимы воспрепятствовать, наслаждаться игрой их любимой актрисы, они вас побьют камнями. Камнями! Камнями! Камнями побьют. А если я запрещу директору возобновлять с вами контракт? Ну и что? А я возьму гитару и буду петь под вашими окнами. А в песне буду высмеивать ваш вице-королевский сам и вашу мадам. Король вас может сделать военным трубачом, и все на этом свете вам будет нипочем. Но если вы боитесь расстаться с одеялом, и если вас пугает метель и сады звон, король вас может сделать известным генералом, но сделать вас героем не в силах даже он. Чтоб ноги вашей больше здесь не было. С превеликим удовольствием подчиняюсь воле вашего высочества. Минутку, минутку. Так как мы видимся в последний раз, мы должны привести в порядок наш счет. Я вас слишком презираю для того, чтобы мстить. Я дарю вам много денег, драгоценностей, можете оставить все себе. Вам будет выплачено даже трехмесячное содержание. Я надеюсь, что благодаря этому вы не так скоро попадете в больницу. Монсеньор... Мои предки чистокровные христиане и кастильцы, а я слишком горда, чтобы получать подарки от человека, которого не люблю. Все ваши подарки будут вам возвращены. Я продам дом вместе с обстановкой и выплачу все к вечеру. У меня ничего вашего не останется. А пока возьмите это бриллиантовое ожерелье. Перечел, перечел, не уходите, послушайте. Ну, вы хотите, чтобы я встал? Ой, ой.
Вам больно? Очень. Скажи, что это неправда, и я позабуду все. Прости меня, я был неправ. Но я был так взволнован, что я сам себя не помню. Ну, все позабыто, дай мне твою ручку. Ну, только скажи. Что сказать? Что ты не сердишься, не простил мою вспышку. Ну, хорошо, я вас прощаю. Ну, хотя бы из великодушия. Я вполне уверен в тебе. Я уже не ревную. Ну, неужели так трудно сказать, что тебя оклеветают? Вы что, опять за старое? Хорошо, хочешь, но больше об этом ни слова. Я верю тебе без оправданий. Ну, все-таки. Ну, видишь, какой я слабохарактерный. Хорошо, хорошо. Давайте постараемся вспомнить все ваши упреки. Вот. Так, ага, малиновое атласное платье? Да. Боже, праведный, что за нелепое подарок? Да, это ужасно смешно, но все-таки... Да-да-да, совершенно верно, у меня есть атласное малиновое платье. Я его купила у моей соседки туземки, любовницы капитана Агирре. Кто ей подарил платье, любовник, кто другой, я не знаю. Я купила его через свою горничную. Если вы мне не верите, спросите ее. Я верю тебе, тебе. Ну. Так ну, насчет той другой небылицы, а капитане Агирре могу сказать только одно. Такие случаи в Лиме не редкость. Я бессильна этому помешать. К тому же я припоминаю, что вы в тот вечер до поздней ночи засиделись у меня за ужином. Ой, Перечёва, прелесть моя, мне ужасно стыдно. Mm. Господи, слава богу, я не ревную. Да, не так ты говорила, что тут Чола. Сведения ваших шпионов. А Чола Рамоне столь же достоверны, правда. На последнем бое быков он восхитил меня своей ловкостью и отвагой, ибо был так уверен в своем ударе, что, воткнув клинок под лопатку быку, даже не посмотрев, есть ли в нем еще признаки жизни, и повернувшись к быку спиной, он поклонился мне с учтивостью, необычной для Тореадора. Я поняла, что это значит. Хотела ему кинуть кошелек, но я позабыла кошелек дома. Вот я и схватила первую попавшуюся под руки ценную вещь. Я никак немного подумала, что этот поступок так можно истолковать. Полюбить Чола Матадора, человек, который пьет водку и ест рылок. Да. Да, дитя мое, ты совершенно права. Да, но будь я на месте быка, я бы знаешь, что сделал? Ну? Я бы собрал последние силы и поднял на рога господина Рамона. Ну тогда бы я закричала, да здравствует бык! Я очаровать, попросить все, что хочешь. Ну? Я же не верю, что у тебя бывает в гостях этот Рамон, который ест сырой лук. Простите, ваше высочество. Да-да-да. А вы знаете, что я репетирую сейчас главную роль в комедии Перенсуроса? А там я пою песенку на местном наречии. Чтобы лучше усвоить выговор произношения, я иногда посылаю за Рамоном. У него приятный бриет, он опять, он готов хотя бы целые сутки. Ну, было бы что выпить. В заключение я могу предложить вашему высочеству только одно. Если у вашего высочества осталось малейшее сомнение, отправьте капитана в Панам, Матадора в Куско. Очень хорошо, отправлю. Да. Отправлю. Но я боюсь, как бы их изгнание не получило оглас. Да. И не дала повода злым языкам посмеяться над вами, надо мной. Умница. Ой, моя хорошая моя Перечёва, как сделать, чтобы ты забыл? Любовь оправдывает многое, но я советую вашему высочеству впредь не очень доверять слугам, которые кричат о своей преданности, а сами готовы в любую минуту обмануть доверие господ. Да. Да. А что ты имеешь в виду? А я никого не называю. Должность доносчика мне не по душе. Я молода, хороша собой, я актриса и не лишена наглых приставаний. Вот мне сдается, что какой-нибудь самонадеянный факт, которого я выгнала вон из театра, а вы почтили своим доверием, порадовал вас такого рода милыми выдумками. Негодяй! Кто? Он мог приставать к тебе? Ты имеешь в виду Мартинеса? А почему вы думаете, что я имею в виду Мартинеса? Детка моя, не мешай, я все знаю. Ах, негодяй! Ах, подлец! Ах, да, Перечёва! Миленькая, я совсем забыл. Ты, кажется, просила подарить тебе карету. Но дело в том, что... Нет, не будем больше говорить о карете. Мне даже стыдно, что я вам приставала к этой просьбе. Но карета доставила бы тебе большое удовольствие. Ну, понимаешь, крошка, дело в том, что... Не будем больше говорить о карете. Но не ты, надо. Ты рассчитывал, что я тебе ее подарю. А, черт побери, не то, что было бы мне жалко этой кареты. Да я все равно уже поздно не успею. Я не успею вовремя сверху. Ну, что ты, ну, у меня добрые. Я только боюсь этих проклятых аудиторов. Особенно этого. Педро де Пулоса. Он же все перевернул по-своему. Да, он вас ненавидит. Ненавидит? А почему? Да. Потому что вас любит народ. Да. Да, я ни за что не соглашусь поставить вас в неловкое положение. Говорят, с этим-то уж надо считаться. Да. А черт с ними, пусть болтают, что хотят. Разве я не волен дарить то, что принадлежит мне? Кому мне я заблагорассудил? Не надо, ваше высочество. Мне стыдно, что я приставала к вам с этой каретой. А потом, во время нашего этого спора, мне стоило такого труда сдерживать слезы. Да что ты, мне уже не до прогулок. Мне бы только до постели добраться и успокоиться. Бедная девочка, как она меня любит.
Может, релись мне считать карету своей. Позвони и вели сию же минуту закладывать. Вы сейчас чересчур добры, а только что были ну крайне несправедливы. Нет, нет, звони, звони. Пусть твои воробьи лопнут от зависти. Но... не надо. Ну, в таком случае я вам не могу отказать, но я, право, мужчина. Я тоже. А, Бальтазар, прикажи запречь белых мулов в мою новую карету. А кучеру расскажу, что мулы вместе с ним и с каретой принадлежат мне рить. Ой, бедная девочка, как бьется твое сердечко. Я так благодарна вашему высочеству. Ну зачем же ваше высочество? Называй меня как прежде, Андерс. Ну так вот, Андрес, сначала ты мне доставил большое горе, а потом большую радость. Ну поцелуй меня, прелесть моя, поцелуй меня. Вот. Вазюка, помнишь, как ты расценила любовные способности вице-короля? Ты что, да? Ты же знаешь, что ты для меня, Андрес, а не вице-король. Карета подана. Ну, желаю тебе повеселиться, и после богослужения поскорее возвращайся ко мне. Да, если кто-нибудь тебя обидит, не забудь сказать «не». Видит Бог, а старикам солоно придется. Ну, ты сегодня божественно хороша. Ожерелье. Ты мне подарил сегодня нечто большее, чем бриллианты. Ты мне подарил свою любовь и доверие. Ты ангел. Боже мой, она из меня веревки вьет. Ну, что? Как она меня любит. Я благодарю вас. В чем не могу ей отказать? Но все-таки подарить карету. Комедиантка в раззолоченной карете, а некоторые маркизы и графини счастливы, если у них есть простые носилки. Король вас может сделать военным трубачом, и все на этом свете вам будет нипочем. Но если вы боитесь расстаться с одеялом, и если вас пугает метель, король вас может сделать известным генералом, но сделать вас героем не в силах даже он. Ваше Величество, господин лицензиат Томас де Эсквиль покорно просит принять его. А, проси, верно пришел угостить меня очередной назидательной беседой, а затем выключить себе подарок. И то сказать, я его не видел целый месяц. Целую ручки, ваше высочество. Ой, господин лицензиат, я совсем разболелся. Весьма сожалею. Значит, приступ подагры помешал вам, ваше высочество, присутствовать сегодня при крещении? Нет у меня никакой подагры. Все это выдумки доктора Пинеды. Ну, распухла нога, вот и все. Впрочем, ваше высочество, не огорчайтесь, что вы не могли присутствовать при крещении. К вашему счастью, вы не были свидетелем страшного скандала. Скандала? Какого скандала? Боже мой, неужели из-за перечелы? Да, произошел ужасный скандал, который, несомненно, очень бы огорчил ваше высочество. Известная комедиантка. Как я и знал. Умоляю вас, скажите, в чем дело? Говорят, у нее есть карета, и, по слухам, эту карету подарили ей вы. Вполне возможно, эта карета мне совсем не нужна. О, монсеньор, ну для кареты можно было найти гораздо более полезное применение, но сделанного не воротишь. Притом, несомненно, у вашего высочества были свои основания для такого подарка. Ну и... Боже мой! Как меня обметала лихорадка! Да, да, на все Божье воля. На все Божье воля. Я-то расскажу вам только то, чему сам был свидетелем. Прошу вас. Благодарю. Итак, у нее есть карета.
вина. Благодарю. И в церковь она едет в этой карете. Дружеля. Благодарю. А так как я запоздал по непредвиденным обстоятельствам, то тоже ехал в карете с маркизой Альтамирано. А, понимаю. Который меня пригласил. Мы ехали шагом, как и полагается, когда приближаешься к церкви. Вдруг по весь опор мчится синьора Перечёва, так что на 30 туазов вокруг земля дрожит. Ага, как раз подъезжали к площади, да. И захотелось опередить нас. Так, опередить маркизу. Маркизу. Короче говоря, она проехала совсем вплотную и за все силы толкнула нашу карету. Да? Ну, во всем виноват кутер, такой неловкий. Сосёшься, но я никак не поверю, чтобы кутеру не было дано соответствующего приказания. Ведь, увидев нашу карету, она высунулась из окна и что-то ему сказала. Он не мог действовать по собственному почину. Прошу вас. Благодарю. Надеюсь, все обошлось благополучно. Да ну какое благополучно? Чудо еще, что мы живы. Вина. Благодарю. Удар был ужасен. Маркиза упала на меня. Я на собачку маркизы и нечаянно ее придавил. Мой парик оказался в канаве. Трюфеля. А маркиза сильно ушибла себе бок. И это все? По-моему, довольно этого. Ой. Слава богу, я опасался большей беды. Карета тоже очень пострадала. Прекрасная карета. Весь город уже 20 лет был от нее без ума. О, я заплачу. Я хотел сказать, что прихожу перечёли оплатить все убытки. А как заметить скандал, ваше высочество? Я ведь вижу только одну возможность запретить этой особе выезжать в карете. О, нет. Ибо, во-первых, это слишком большой соблазн позволять комедиантке выезжать в карете, когда столько достойных священнослужителей ходят пешком. А во-вторых, из-за ее неосторожности подвергается опасности жизнь мирных римских граждан. Я еще не все сказал. Слуги маркизы, возмущенные оскорблением, нанесенных их госпоже, попытались кулаками вразумить кучера и лакея этой особы. Тогда чернь, которая провожала Перечёва восторженными криками, вступилась за нее, особенно неистовствовал один мерзавец, мразь Чёла, матадор некий Рамон. Рамон? Да, он избил кучера маркизы, сломал шпагу конюшу и выбил зубы одного из лакея. Негодяй, я его прихожу примерно наказать. И это еще не все. Не обратив на нас никакого внимания и не извинившись, она помчалась дальше и чуть не въехала в карете прямо в церковь. Еще понемногу, и мулы уперлись молодыми в дверь. Кучер остановил их у самой паперти. Перечёва вышла из кареты и вызвала переполох в толпе молящихся. Все оглянулись, чтобы посмотреть на нее. А обряд крещения уже начался. Я сам трещу, я трепещу от своих слов. О. Вынужден вам сказать, что даже епископ поддался соблазну и отвлекся. А она сейчас возвратится, я ее прихожу примерно наказать. Это... Я вынужден предупредить вас, что маркиза будет жаловаться и в случае чего дойдет до Мадрида. Господин лицензиат, этого нельзя допустить. Вы же понимаете, что подобные жалобы мне могут очень навредить. А, монсеньор. Ну, вы пользуетесь доверием маркизы. Уговорите ее удовольствоваться возмещением убытков. Ну, а я, в свою очередь, примерно накажу Перечёва. Монсеньор, я бы рад вам помочь, но... Вашей церкви нужна картина для алтаря главного предела. Пусть Перечёва, чтобы искупить свою вину, принесет в дар картину. Я ей подарил Мадонну Мурильо, которую она хотела обменять на моего святого Христофора. Таким образом, вы можете рассчитывать еще на Христофора. Только умоляю вас, окажите мне услугу. Умерьте гнев маркизы. Хорошо, обещайте. Монсеньор, я бы сделал все, что в моих силах, но хорошо. Я вас понял. Зайдите как-нибудь утром вместе со своим племянником. Ну, мы постараемся что-нибудь для него сделать. А он вполне оправдает ваше доверие. Да уж надеюсь. Его преосвященство, епископ Лимский. Епископ? Что случилось? Епископ ведет под руку комедиантку? Приходите, синьорита, прошу. Ваше преосвященство, умоляю вас. В таком случае войдемте вместе. Целую ручки, ваше преосвященство. Мне, право, неловко, что я не могу встать, чтобы приветствовать вас. Но бедному больному... Синьорита говорила мне о вашем недомогании. Прежде чем ехать домой, я решил навестить вас. Благодаря этому я имел удовольствие...
подвезти синьориту в своей карете. Я никогда не забуду этой услуги. Как? А разве моя, то есть наша карета сломалась? Ваше высочество, у меня нет больше кареты. Как нет? Но я об этом ничуть не жалею, так как, мне кажется, я отдала ее на доброе дело. На доброе, на святое дело. Ничего не понимаю. Уявили редкий в наш век пример благочестия. Ради Христа, объясните, что случилось? Когда я ехала в карете, мягко покачиваясь на упругих подушках, то мне в голову пришла мысль и удовольствие, которым я только что наслаждалась. Как не бывало, я подумала, как я, женщина, занимающаяся пагубным для души ремеслом. Дочь моя, вы уж очень себя унижаете. Правда, я никогда не видел вас на сцене, но я знаю, что вы подняли свое ремесло на высшую ступень. Святой Генест был актером. Да, я вспомнила, как не раз встречала на улицах Лимы почтенных пастырей, которые помышляли только об одном – поспеть вовремя к постели умершего, да. И Пресвятая Дева вразумила меня. Во искупление грехов я принесла в дар Господу Богу карету, владеть которой я недостойна, которая потворствовала моей гордыне. Синьорита пожертвовала карету нашему собору. Ах, теперь для доставки святых даров у нас будет карета, что обеспечит спасение многим душам. Ибо закоренелые грешники только на пороге смерти обращаются к Создателю. А бедный священнослужитель не может вовремя поспеть пешком к разговору. Да, это добрая святая мысленница, внушена синьорите свыше. Я восхищен вами, перечел. Вот щетки, которые 9 дней находились в Киоте Богоматери Чимбаки. Они имеют силу отпускать грехи. Да, я чувствую, что мне стало легче. Да-да, я совсем забыла о своей ноге. Филета, дурак, у меня нет никакой подарка. Четки, которым вы приложили, состырили вас, ваше высочество. Да, но еще 2 дня я должен находиться на диете. Да. А потом, ваше пресвященство, мне пришла хулиганская мысль. Пригласить ваше высочество отужинать у синьориты для более близкого с ней знакомства. Ведь и Господь, наш Спаситель, вкушал пищу с самаритянами, если это останется в тайне. Ну, посмотрим, подождем, пока поправится его высочество. О, значит, вы согласны. Ну, боюсь, что у меня не хватит сил отказаться. А что, если господин лицензат благоволит присоединиться? Ну, это для меня слишком большая честь, синьорита. Господин лицензат, мы никому не скажем. Ваше пресвященство. Духовное песнопение, разумеется. О, она своим голосом может обратить в христианскую веру даже язык. Боюсь, как бы она не сбилась с пути истинного христианина. Эта карета будет для вас, синьорита, колесницей или пророка, который доставит вас прямо на небо. Король вас может сделать всесильным богачом, и все на этом свете вам будет нипочем. Но если вы от беды повеса и бездельник, и если вас прельщают и горные дома, король вам может выдать любую сумму денег, но вряд ли он сумеет прибавить вам ума. Король вас может сделать поездным рвачом, и все на этом свете вам будет нипочем. Но если вы боитесь расстаться с одеялом, и если вас пугает мечей и сабель звон, король вас может сделать известным генералом, но сделать вас героем не в силах даже он, не в силах даже он, не в силах даже я, он. Король вас может сделать врачом или палачом, и все на этом свете вам будет нипочем. Король изыщет способ возвысить вас над веком. Король вам даст возможность сыграть любую роль. Но сделать негодяя приличным человеком, вот этого, простите, не может и король. Не может и, не может и, не может и король. Господин лейтенант! О, господин юрист! Ha 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 ha!
Обо мне более чем о ком-либо распространялась тьма историй. Но только я могу отделить правду от вымысла. Автором этих пьес была не Клара Газуль, а Проспер Мериме. А зачем ему нужна была эта мистификация? Мир привык менять одежду, день прошел уже в другой, так что нет различий между, так что нет различий между господином и слугой. Господином и слугой. Но подняв бокал кларета, скажем добрые слова в адрес тех, кто делал это, в адрес тех, кто делал это, в адрес тех, кто делал это, только ради азарства. Служаки, руки, кисти, в мире пестрыми шуры, не знавал иной корысти, не знавал иной корысти, кроме радости игры, кроме радости игры. Но отважно и лукаво одурачивал господ, чтобы иметь святое право, чтобы иметь святое право, не обманывать народ, не обманывать.